Доброго времени суток, ребята, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про очередную новую карту в режиме разведка боем. Говорить будем про карту застава. Грубо говоря, если сортировать карты по интересу, как они мне больше зашли, не зашли, как я их оцениваю в целом по играбельности, то застава находится на втором месте из трех. На первом месте у нас воздушная гавань, ну а на последнем месте у нас Дальний Восток. Застава более-менее нормальная карта, но в ней есть проблемки. Проблемки такого типа, что для тяжелых танков выбора не слишком много. Для средних танков и для ПТСАУ тоже разнообразия маловато. В целом карта не вариативная по следующим причинам. Из чего состоит зелень? Из одной объездной дорожки и по пути этой дорожки пару холмиков. Один холмик для вашей команды, один холмик напротив для вражеской команды и посередине две кучки. Все. Между этими дорожками есть еще такое какое-то болотце. Оно не глубокое, по нему можно легко ездить, но ехать по нему опасно. Если враги займут центр, они вас будут полностью простреливать везде. Получается, что на этом фланге можно стоять только за одним холмом у себя на своей половине возле своей базы и все. Вариативности для ПТ почти нет, вариативности для быстрых СТ тоже не слишком много. Приходится просто стоять и ждать ошибки врага. На центре так называемый замок. У него есть один заезд узкий, который простреливается из фланга зелени и простреливается врагами, которые подъехали под замок. Заехать на него тяжело и опасно. Когда ты на него заезжаешь, у тебя простреливается карта во все стороны. Из-за этого в начале боя частенько будут залетать туда трупики, которые будут думать, что туда очень важно заехать в начале и будут сливаться. А если не сольются, то займут это место и будут плевать во все стороны. Также под замком, когда стоишь, тебя весь бой поливает арта. Тоже здесь стоять не особо-то хочется, но больше негде. И есть еще у нас возле берега направление для тяжелых танков. У него есть два окопа, которые соединяют фланг для тяжей с замком. Их можно использовать в конце, если вы выиграли направление, чтобы добраться до замка безопасно. Это вроде бы прикольное решение, необычное, но в целом больше интересных вещей там особо нет. Тяжелый фланг очень сильно и часто и много где простреливается с замка. А вы играете на тяже, на тяжелом танке, вы не можете там быстро туда-сюда телепортироваться. И у вас там позиций не так уж много для того, чтобы играть позиционки. Когда вы занимаете какое-нибудь укрытие, угол дома, стоите, танкуете бортиком. И все это время по вам с центра поливает чел, который просто туда упоролся. Играть на тяже позиционки в начале фланга для тяжей вообще неприятно. Там нет позиций, там играть неудобно. В итоге получается, если ты едешь на фланг для тяжей на этот берег с двумя улицами и несколькими домами, вам нужно упарываться сразу. Глубоко заезжать в этот фланг, либо стоять от башенки играть наверху, он двухъярусный этот фланг, либо внизу стоять на повороте стреляться. Какой-то безопасной позиции сзади для позиционки, если у вас мало союзников туда поехало и вы боитесь упарываться, такого там нет. Вы можете только возле базы стать возле камня с кустом и стоять, но эта позиция скорее для ПТ и стрелять с нее не особо-то есть куда. Поэтому получается, что вариативность такая себе, и карта подталкивает вас на центре, чтобы упороться, на фланге для тяжей, чтобы упороться. Так на сайте написано, что якобы фланг для тяжей для активной игры. Но вся активность сводится к тому, что тебе надо ехать вперед, потому что сзади негде стоять. Вот и вся активность. А как люди едут и упарываются в рандоме, вы в принципе видели. Они просто за 1-2 минуты быстро убиваются, как попало, и все. Никакой осмысленной борьбы нет. Поэтому фланг для тяжей, на мой взгляд, недоделанный. И в начале города не хватает каких-то осмысленных позиций. Вести какую-то позиционную нормальную борьбу там невозможно. Только активно рубиться и упарываться друг в друга. Или стоять от башни на верхнем ярусе и ждать с моря погоды. При этом вас обильно в бочину с центра могут поливать чуть ли не на каждом повороте. Поворотов там мало. Но из-за этого и стоять особо негде. Вот и получается, что вариативности не слишком много. Есть еще какие-то странные балкончики на этой карте на фланге для тяжей. С какими-то неведомыми дырами в стенах.
Этот балкончик находится на верхнем ярусе, но дырки сделаны вниз куда-то, чтобы вы стреляли, видимо, вниз. Танки снизу вряд ли смогут по вам нормально стрелять. Но при этом ваше днище танков идеально будет в эти дыры торчать. Зачем это так сделано, непонятно вообще. Есть какая-то задумка, есть что-то интересное в этой карте. Но сильно просматривается старая вариативность картофельных карт. Грубо говоря, с минимальной вариативностью. Где у вас есть одна дорожка, один холм. Где у вас в городе две улицы и особо нет укрытий. Карта старого типажа, она мне не понравилась. Вот, допустим, карта «Воздушная гавань», в ней больше разнообразия, больше позиций, что дает возможность каждому танку, который приехал на фланг, занять нормальное место и нормально отыграть, а не толпиться в одном месте и просто умирать из-за того, что просто негде больше играть. На мой взгляд, эту карту не дожали, не доделали, не довели до ума, но ей немного не хватает. Чуть больше вариативности на зелени. Больше играбельных направлений и позиций на городском направлении. И не такой тупой геймплей в замке. Ну, чересчур тупо. Там просто холм, и вы стоите, друг в друга смотрите, и вас поливает арта. Все. Ничего нету, кроме заезда в сам замок. По вариативности карта прям нищая. Такое ощущение, как будто бы на нее выделили минимальное количество играбельных позиций, направлений. Больше как будто бы нельзя было сделать. На заставе в конце боя, когда танчиков становится поменьше, открытого пространства, где можно безопасно кататься, становится больше. Карта немного становится интересней. Но вот в начале ты просто жмешься на мизерном количестве позиций, особо заняться нечем и просто ждешь ошибки врага. А в рандоме люди любят ошибаться, и не факт, что будут ошибаться враги. На мой взгляд, карта создана для того, чтобы были бои быстрые, и вначале все убивались как попало, поскольку позиций недостаточно. В целом эту карту можно играть, можно и направление для тяжей отыграть, просто активно ехать вперед. Нужно понимать, что сзади стоять смысла нет. Но если ты едешь вперед, ты должен понимать, что с тобой должны быть союзники, потому что вы едете в один конец. Если вы едете на центр, на бронированном танке, вы просто стоите весь бой под артой, но от башни перестреливайтесь с теми, кто стоит с другой стороны замка. Если вы едете на зелень, то на этом фланге вы просто стоите в начале от холмика, от кустика. И просто ждете, когда враги ошибутся и будут подставляться. Единственное, что может на ЛТшке, можно в этом болоте покататься или куст какой-то занять для засвета. Но насветите вы только в том случае, если враги будут подставляться и сливаться. Карта заточена на то, чтобы враги ошибались. Только в таком случае вы реально поиграете в игру. Но если враги просто станут от хороших позиций у себя на баске и никуда не поедут активно играть, вы ничего им не сделаете. На зелени спокойно можно простоять весь бой и смотреть друг на друга в куст. На центре, если приедут танки, бронированные без уязвимых зон, какие-нибудь там кранвагены или еще что-нибудь типа такого, они спокойно весь бой будут друг другу в башню смотреть и все. Ну а на фланге для тяжей, если танки тяжелые не поедут туда, а станут где-то в начале перед базой у себя, там никакого активного боя и не будет. На этой карте происходят бои просто потому, что все куда попало упарываются. На центр кто-то зачем-то пытается заехать, поэтому много кто умирает. На фланге для тяжей кто-то куда-то просто ломится, сломя голову, не глядя на то, что есть с ним союзник или нет. И на зелени то же самое. Люди просто едут по флангу вперед, но там нет никаких ни позиций, ни укрытия, поэтому они, когда едут, сливают все хп. Мне не нравится, что карта старого тупого типажа с маленьким невариативным количеством направлений и позиций, где нельзя безопасно и нормально проехать на свой фланг, либо если ты на него приезжаешь, там нечего делать, кроме как упороться на врагов. На карте можно делать результат, играть бои, но только из-за того, что люди, которые находятся в боях, играют как попало. На мой взгляд, эта карта в разы слабее, чем Воздушная гавань. Но ее намного легче понять, чем Дальний Восток. Поэтому застава для меня это что-то средненькое, ни туда, ни сюда. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.